Тем временем в поселке Чульман Нерюнгринского района 114 семей получили ключи от новых квартир. Для населенного пункта численностью чуть более 8 тысяч жителей это большое достижение. Долгожданное событие стало настоящим праздником, который даже капризная южно-якутская погода улыбнулась новоселам солнечным днем. Галина Якимчак продолжит. Администрация поселка в один день вручила ключи новоселам 5 многоквартирных домов, 4 24-квартирных застройщика «Альянс 2005» и 1 18-квартирного компании «Строймонтаж 2002». Это 6 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию. Вся программа, она включила в себя вот за эти все 3 года вторички и строительство. Это 615 жилых помещений. 306 квартир – это строительство новых, и 309 мы выкупили на вторичном рынке. Большая часть населения поселка – это пенсионеры, которые еще в юности приехали покорять суровый край. Но есть и молодежь, с рождения проживающая в Чульмане. Для тех и других это новоселье стало долгожданным. Я всю жизнь мечтала о такой квартире, о каменном доме. И, наконец, я ее получила. Как бы хотели 7-ю квартиру, получили 7-ю квартиру. Переезжаем туда, еще у нас 2 детей. Есть, будем жить четвером. Как бы мы очень рады, прямо очень рады, что мы заезжаем сегодня. Наконец-то дождались этого всего. Пока еще придомовая территория выглядит пусто, однако это ненадолго. Буквально на следующей неделе мы смонтируем детские игровые комплексы для жильцов вот этих 4 домов. После сдачи в эксплуатацию 3 домов компании «Строймонтаж 2002», назначенной на 20 сентября, и 4 домов компании «Альянс 2005», запланированной до 10 октября, программа переселения в поселке Чульман будет реализована в полном объеме. Галина Якимчак, Аяла Мусов, НВК Саха, Нерюнгри.